Казахстан с рабочей поездкой прибыл президент компании «Тоталь» Патрик Буяне с главой крупнейшего нефтегазового концерна. Сегодня встретился Нурсултан Назарбаев. Главной темой переговоров стали вопросы укрепления сотрудничества, а также планы на предстоящий период. Как подчеркнул президент Казахстана, «Тоталь» работает в нашей стране с 1993 года и участвует в реализации крупнейших проектов. Задачи у нас большие стоят. Главное из них, конечно, Кашаган. И те блоки, которые вы взяли до освоения, «Тоталь» взялась за создание института сварки у нас, занимается солнечной энергетикой. Я думаю, что мы продолжим традицию дружественных отношений, сотрудничества, взаимопонимания во всех вопросах. Это мой первый визит в страну. С президентом Казахстана мы обсудили вопросы работы на месторождении Кашаган, проект Нур-Мунай, а также проекты по солнечной энергетике и инвестиционный климат в республике. В будущем у нас очень много интересной работы.